чемпионом Союза 53 года. 53, это же 54 году боролись. 53 года Валентин Широков с Киева, с ним бороться. У меня тренера подошли и говорит: Наиль, знаешь, он какой сильный борец. Я говорю, какой бы он ни был, я выиграю, у меня в кармане медаль. Ты что еще вам надо? И так, значит, я, они говорят, вот так делать. Я говорю, не надо, я выиграю у него, и все. Вот посмотрите, выйду сейчас и брошу. Я вышел и бросил его, действительно. Они прям удивились все. Как это так молодой дебютант такой заявка делает и исполняет. Исполнял, да. Я говорю, вышел сейчас, я его схвачу и брошу на 2-3 балла. И так я его попала взгреб и бросил на 3 балла. И выиграл. А как ты на чемпионат мира, папа? Расскажи, как ты Карселовой боролся. Да. Теперь в финал попался. В финале Соловьев, вот чемпион Олимпийских игр, в финал попал. И я. Правила такие были, что если я проиграю по баллам Соловьева, я занимаю второе место. И меня мастер спорта не присваивает, потому что мастер спорта присваивали за первое место. За первое место только. Тогда. Я тогда, значит, ребятам говорю, давайте, ребята, следите за мной. Если я буду проигрывать, вы меня скажете, я буду меры приму. Если я буду выигрывать, тоже говорит, что я знал, как схватка идет. Ну, ребята там следили, я вышел и у Соловьева выиграл. Чемпион вот этот, Олимпийский игр стал потом. Правда, потом стал, тогда он еще чемпион Союза был. Николай Соловьев выиграл, и я чемпион Союза стал.